Москвы. Давно мечтала о новоселье? Просто регистрируйся на сайте электронного голосования в Государственную Думу. Сделай выбор и не упусти уникальный шанс. 18, 19 и 20 сентября смотри прямой эфир «Москвы-24». Выиграй новенькую квартиру в Москве. Как это работает? Каждому участнику присваивается уникальный код. Победитель определится случайным образом. Взломать систему невозможно. Все определит удача. Не услышал в эфире заветную комбинацию? Проверь свой код в нашей бегущей строке, на сайте или жди СМС. Еще есть 100 автомобилей, 1000 призовых баллов и целый миллион призов. На телеканале «Москва-24». Субботнее утро. Вы на телеканале «Москва-24». Меня зовут Мария Рыбакова. И мы, как и обещали, сегодня будем большой розыгрыш проводить в прямом эфире. Выбираем первых счастливчиков, которым достанутся квартиры по акции. Выбираем вместе программы «Миллион призов». В этом году из-за ковида было решено дать возможность москвичам проголосовать не только таким классическим способом на избирательном участке, но и дистанционно онлайн. В принципе, это удобно, безопасно, тем более сейчас, когда все равно угроза распространения хоть и стала меньше, но не исчезла совсем, да, и вот эти вот отсутствующие контакты с людьми, в общем-то, с точки зрения безопасности, наверное, вполне себе понятны, да и времени на такое волеизъявление уходит намного меньше. Плюс, конечно, есть те, кому по состоянию здоровья просто довольно тяжело прийти на свои участки, а может быть, кто-то собирался уехать на выходные. В общем, достаточно было просто подать заявку до 13 сентября. А 15 и 16 сентября всем, кто решил проголосовать дистанционно, пришло СМС с уникальным кодом участника. Вот эти коды и будут сегодня участвовать в розыгрыше миллиона призов. Инициатором этой акции стал бизнес. Давайте я немного расскажу вам о механике, потому что у нас вообще-то впереди 3 дня розыгрыша. Итак, сегодня, в субботу, мы разыгрываем 10 квартир среди тех, кто дистанционно проголосовал 17 сентября до 20.00. Завтра розыгрыш 5 квартир, и он коснется тех, кто начал голосовать вчера в 20 часов 1 минуту и закончит это делать сегодня в 8 вечера. В понедельник 6 квартир ждет тех, кто проголосует, ну, соответственно, также следующие сутки. Остальные призы тоже будут. И где они разыгрываются? Давайте я вам сейчас покажу. На сайте agdefis.vmeste.ru. Это будет методом случайных чисел сделано. Из 10 утра до 12 дня вы можете зайти на этот сайт и, собственно, уже проверить, выиграл ли ваш код. Только, пожалуйста, перед этим, вот смотрите, здесь есть, да, войти, авторизация. Обязательно это нужно сделать, мы станут вашими. Давайте покажу. А теперь я хочу ко мне такие замечательные призы. Все, внимание на экран. Я, знаешь,
сейчас подумала, Саш, что я вот тот самый человек, который тянет время, закручивает интригу, а с той стороны экрана все говорят, да хватит уже, давай говори цифры, уже называй что-то. Давай, ну не тяни же ты. В общем, я хочу снизить градус ненависти наших зрителей, добавить градус позитива. Саш, зачитывай. Хорошо. Вот он, торжественный момент, а для кого-то даже судьбоносный. Именно. Что, да. Итак, мы зачитываем... Только код, цифры. Только цифры. Код победитель. Итак, первый победитель. 2, 3, 3, 7, 4, 6, 4, 4, 4, 9. Кто-то сейчас сделал так. Да! Следующий код. 2, 2, 9, 3, 6, 2, 2, 8, 2, 1. Следующий код. Третий победитель. Счастливчик. 5, 8. 11, 72, 53, 27. Четвертый победитель. 42, 19, 2, 0, 79, 25. Номер 5. 91, 16, 21, 49, 01. Шестой победитель. 0, 6, 10, 87. 64, 15. Боже мой, кто-то сейчас на диване визжит от восторга. Номер 7. 67, 70, 63, 11, 48. Восьмой участник. И присутствует цифра 8, что удивительно. 0, 8, 8, 2. 5, 2, 9, 8. 2, 8. Ребят, вот это действительно стечение обстоятельств везения. Девятый участник. А-а-а, ставки-то повышаются. 6-4, 18, 6-1, 30, 25. И десятый участник. Счастливчик. Вот у него сердце бьется сильнее всего. 9-9, 6-4, 3-7, 48, 0-5. Ура! Друзья, обязательно, победители, активируйте выигрышный код на сайте agdefis.ru до 30 сентября. Я вас всех от души поздравляю, но вы же понимаете, что это еще не все. Завтра нас ждут 5 квартир, в понедельник еще 6 квартир. Удачи, я надеюсь, что именно она повернется к вам и вам обязательно повезет. Я хочу поблагодарить большое Сашу за то, что он сегодня пришел, помог мне. Ну и увидимся завтра. Так приятно все-таки нести людям хорошие новости из телевизора в дом. Всем отличных выходных, пока.